Маша, Маша, так хочется кушать. Да. Что-то вы сегодня припозднились. А это что такое? Чем вы занимались целый день, что не могли даже пыль вытереть? Но мы... Что? И слышать ничего не желаю. Хватит! Ну и что мы до сих пор стоим? Что ты вечно копаешься? Спасибо. Тетенька, помогите, чем можете. На что тебе? Деньги на проезд. Спасибо вам, тетенька. Дядя, помогите, чем можете, бедные девочки. Здравствуйте, тетенька. Помогите мне, пожалуйста. У меня совсем нет денег на проезд. Как же так? Спасибо большое, тетенька. Вы меня очень выручили. Езжай бесплатно, водитель поймет. Здравствуйте, тетенька. Помогите, пожалуйста, у меня совсем нет денег на проезд. Что же ты, девочка, врешь? Ну-ка, сейчас же иди домой. Вот, возьмите, дяденька. Спасибо, доченька. Вот мне сегодня никак. Ну, нисколечко денег давать не хотели. Кое-как один жалился. Да ладно, они нам не обязаны давать денег. Скоро опять придет и начнет кричать на нас. Как же все надоело.
Ну и что сидим? И как можно быть таким растяпой? Ну что вы стоите? Помогите этому простофиле. А мы что сидим? Особого приглашения ждем? И это все? Еще и заразу в дом несете. Всем спать. Опять только себе налил, а как же другие? Ребята, садитесь кушать. Девочка, ты выходишь? Что стоишь, людям мешаешь? Безобразие! Я на следующий выхожу. Так, плати за проезд. Да. Я карту потеряла. Что ты там бормочешь? Если нечем платить, выходи из автобуса. Давай, давай, выходи. Ребята, сдаем работу, время вышло. Анна Владимировна, я хотела спросить. Что тебе, Маша? Все вопросы по поводу работ на уроке. А я хотела... А сейчас ступай на перемену, пожалуйста. Хорошо. Thank you.
Здравствуйте, Машенька. А ты что такая грустная? Совсем не весело. Да ты не переживай. Все будет у тебя хорошо. На тебе конфетку. Ой, спасибо большое. До свидания. До свидания. Беги домой. Что за прелесть? Кто же тебя здесь оставил, маленькую? Ну ничего, мы обязательно найдем тебе хороший дом и хорошего хозяина. Смотри, какой красивый дядя. Он, наверное, точно тебя возьмет. Дяденька, дядя! У меня нету времени. Иди отсюда. Да что же я вам всем такое сделала? Дяденька, дядя, я ведь только хотела... Иди отсюда, у меня нету сейчас времени. Ну ничего. Мы обязательно тебя куда-нибудь пристроим. Точно. Здесь тебя и спрячу. Завтра я обязательно приду к тебе. Привет. Да, сегодня встречаемся. Как договорились? Да. Скоро буду. Так, я не поняла. А где мы ходим? У тебя что, куча свободного времени? Нет. Так, живо на улицу. Но я... Я по 100 раз повторять не буду. Я же говорила, что приду. Сегодня мы обязательно найдем тебе кого-нибудь. Дяденька, возьмите щеночек. Тетенька!
Тетенька, возьмите щеночка. Ну как такую прелесть? И брать никто не хочет. Маренька, ты чего здесь плачешь? У меня собачку никто не берет. Ну хочешь, я ее возьму к себе. Правда? Конечно. Ну тогда я побежала. Спасибо большое. Лер, вставай, в школу опоздаешь. Голова болит, очень. Да у тебя температура, ложись давай. А школа? Да какая школа? Ложись, отдыхай. Лера совсем заболела. Я не поняла. Вы почему еще не вышли из дома? Да живее, живее! А это кто у нас? Лере очень плохо. Ей нужно остаться дома. А то совсем заболею. Я не поняла. Что ты сейчас пропищала? А твоей помощи никто не просил. Помощница, а ты куда собралась? Но вы же сказали. Вот именно, я сказала. И говорить здесь я буду. Садись-ка. Думаешь, самая умная? Нет. Ну, раз самая умная, на, держи. Что это? А сама не видишь? Спички. Зачем? Ну, раз ты такая способная, иди и продай. Но я... И не дай бог узнаю, что не продала. Не знаю, что с тобой сделаю. Пожалуйста. Ну, хоть одну спичку купите. Кто-нибудь, купите спички. Ну, пожалуйста, купите кто-нибудь спички. Хоть одну спичку купите. Ну, пожалуйста. Thank you.
Маша, ты чего спишь еще? Вставай давай. А что случилось-то? Куда пойдем? Как это куда? Подарки родителям делать. До Нового года совсем ничего осталось. Правда? Конечно, правда. Пойдем скорей. Сереж, уже 31 число. У нас ни елки, ни гирлянды, ничего нету. Да. Ну, давай сейчас съездим в магазин и все купим. Хорошо? Хорошо. Только девочкам ничего пока не будем говорить. Ладно? Хорошо. Вот, слышишь, уже проснули. Слышу. Доброе утро! Доброе утро. Садитесь, кушать. Доброе, доброе. Девочки, мы сейчас с мамой поедем за продуктами и скоро вернемся. Хорошо? А вы, пока нас нету, приберитесь, пожалуйста, дома, ладно? Ага. Ну все, пойдем. Мама, а Дед Мороз точно принесет мне подарок? Не забудет? Да точно, точно. Мам, а мне принесет? Мои одноклассники говорят, что таким большим, как я, он не приносит. Ну, девочки, дело-то даже не в возрасте. Самое главное, что у вас в душе. Понимаете? Понимаю, мамочка. Значит, Дед Мороз принесет мне ту самую куклу? Конечно, принесет. Девочки, давайте спать. Тогда и утро быстрее настанет. Бабушка? Бабушка! Я так скучала! Какие добрые глаза! Ты все сделала правильно. Все сделала правильно. Бабушка, ты куда? Бабушка, я не хочу, чтобы ты уходила! Бабушка, нет, не уходи!